И вновь здравствуйте, господа и дамы, с вами Севен, и в этом видео мы вернемся к истокам, вспомним детство и поиграем немножечко в Дэнди. Дэнди, ребята, Дэнди! И начнем мы, пожалуй, с одной из моих самых любимых вообще игр на Дэнди. Вот просто, ох, я думаю, никто мимо нее не прошел, но я надеюсь. Та-та-ту. О, давайте. О, господи. О, ну-ка, подождите. Ух ты, как классно, ребята. А я помню, это жизнь восстанавливает. Черт. Так. Какая-то хренотень происходит с экраном, вы видите, слева не хватает, чуть-чуть справа сдвигается, но насрать! Это ж король лев на Дэнди! Это ж так охрененно, о, посмотрите! О, как я любила эту игру, ой, господи, бедный Симба. Не раньше, ой, ё-моё. Так, надо на тебя порычать, ты тогда перевернешься. Опа, офигенская музыка, офигенская графика! Это, по-моему, нас возрождалка. Черт. Ой, я помню, я просто в детстве вот так вот сюда взбиралась и рычала. Я воображала себя великим. То, что Симба великий-великий. А лев уже король. И это наша скала Прайда, но это только ее основание. И нам, насколько я помню, как раз таки, нужно забраться наверх, чтобы встретить рассвет с нашим отцом-королем. Так, я помню, что здесь можно забраться. Я помню еще, как выглядит уровень. Вы можете себе это представить вообще? Да ёкло. И да, я помню, что такие были проблемы вечно. У нас падал Симба, хотя там вроде есть все. Я помню, помню, там можно запрыгнуть. Я помню, давай. Зацепиться там можно было за край. Ладно, или здесь? Не-не-не, я помню, я здесь геморройно, но можно. Давай, давай, Симба, попробуй. Давай, мой хороший. На-на-на-на-на-на-на-на. Ладно, наплевать. А? Да, они взрываются, это я помню. Так, замри. Замри. Заразу. Ну и ладно. Так, а вот если туда прыгнуть, кажется, там можно как-то вот-вот... А, не-не-не-не, там в обход надо идти, я помню. А, господи, как офигенски, а. Круто. Вы только послушайте. Так, блин, я вот помню, здесь присутствует такая проблема в этой игре. Когда хочешь прыгнуть, он не прыгает иногда. Когда еще какие-то клавиши зажаты. Что ты будешь делать, Симба? Ты не подводи. А, насчет того, сколько мы будем здесь играть, я не знаю. Я буду играть пока вот до упора. Вряд ли это, конечно, будет конец игры, потому что игра-то как бы долгая. Вспомните Дэнди. О, кстати, давайте сохранимся. Я знаю, это бред, но пускай будет. Ой. Так, как у тебя? Это сохраняшка. Быстрая сохраняшка. Вот это дерево, я помню, мне нравилось. Я помню, что здесь... А! Нет, подожди. Я помню, на тебя можно запрыгнуть. Я помню, что здесь можно влазить по деревьям. Давай, давай. Вот это я не помню, для чего мы берем вот эти синенькие. По-моему, это просто как... А, не успели, а, не успели, черт. Нет, подожди. Давай. А, да что ж такое? Пошел вон. Пошел вон, дикобраз. Надо... Ага. И вот сюда нам нужно. Эть, это... А... Так. Ать, это жизнька. Это жизнька, ребята. Так, замри. Я знаю, что на тебя не обязательно рычать, но пускай будет. А, в общем-то, мы прошли первый уровень. Практически. Нас... Ага. А в детстве там занимало полчаса это все. Да ёкла, она опять ты не хочешь прыгать. Сейчас. А, нет, видите? Просто я боюсь, то, что он опять не прыгнет, я пытаюсь как-то... Ать! Давай! Ура! А, точно!
Вот так вот надо было на нее прыгать, когда она на нас рычит. Эть? Все? Can't wait to be king. Не могу ждать, чтобы стать королем. Па-па-па-па! О, как... О, я помню, с этих жирафов надо быстрее спрыгивать. Я помню эти мартыры. О, господи, какая ностальгия, господи. Так, давай. Давай, носорог. Ой, господи, блин, там надо на мартышку... Блин, я еще помню! Так, вот... А, нет, вот на ту фиолетовую. Эть! Пара-па! Давай. Офигеть, я помню! Блин, класс! О, черт! Вот это я ненавижу! А, я помню это говнище. Фу, прошли. Ой, слушайте, надеюсь, вам нравится так же, как и мне, потому что это охренеть, по-моему, как круто. Ой, ядрить. Все, я вспомнила. Надо было там по-быстренькому успеть ухватиться за этот... Хвост, кажется. А-та-та-та-та. О, а что ты там делаешь? А, не, погоди-ка. Ну-ка попробуем. Ага, вот как это надо было делать. Тра-та-ты. Парам-па-па-па-пам, парам-па-пам. Тык. Тю-ра-ту. Так, что у нас внизу? Ничего у нас внизу. Ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти. А там что внизу? А, опять этот он... Ой, индюк. Так, надо сохраниться. Это у нас сохранение тут так действует. Будем надеяться, что с первого раза будет. Ага. Блин. А чё не предупредили-то? Ты-ты-ты-ты. Давай, Симба. Давай. Ой, ё-моё, я помню. Ну да, вот то, что здесь падение вот этих текстур... Ну, в общем, вы поняли, что я имею в виду, я надеюсь. Так, мне надо эту хрень как-то взять, наверное. А, ладно. Давай. Нет, рано, черт. Вот здесь я помню, всегда такие проблемы были. Нас здесь не предупреждают, кажется. Блин. Слушайте, у нас две жизньки осталось. Надо как-то... Давай, Симба. Давайте, собрались. Раз. Вот. Вот не люблю этот уровень, не предупреждают, реально. Приходится каждый раз по новой. Блин, у нас жизни-то не осталось. Ну ладно, мы загрузимся, мы на эмуляторе, мы крутые, мы из будущего. А как в детстве-то мы это проходили, да? Не, я помню, здесь очень много раз дохло. Рано. По-моему, два сейчас раза надо будет. Давай память не подводи. Черт, не успела. Я помню, там два раза по-обычному, два раза двойные прыжки. А, да, можно же этот... Да, конечно, континя. Континя, пожалуй, слава богу. Can't wait to be king. Давайте. Все, я вспомнила, почему я, ну, как бы могла дальше играть. Короче, там два обычных, потом два двойных. Потом, по-моему, один обычный и один двойной, если мне память не изменяет. Надо только вот со временем разобраться, когда прыгать надо. Тра-та-та, давай! Давай, носорог. Давай. Ти-ти-ти-ти-ти. Офигеть, слушайте. Игра доставляет даже сейчас. Пара-па-па! Пара-па-па! Хе-хей! Чёрт! А, рано, черт, я уж. Ладно, моя вина. Давай, Симба, ты сможешь, ты справишься. А, блин, вот кто играл, да, те знают. Вот помните, как в наше детство мы тут прыгали по 100 раз вообще. Я теперь поняла, почему игра так долго проходилась.
Да, все правильно. Кстати. А, нет, мы туда не допрыгнем. Ну-ка. Нет, ты так не хочешь. Давайте, кстати, сохранимся здесь. Ну или что-нибудь сделаем. Чтобы просто не каждый раз не пробегать. Давай, наверх. Прыжок! Два. Давай. Прыжок! Все, отлично. Вот, отлично. Я не знаю, что тут комментировать. Если кому-то не нравится вот это тыдыдыканье, уж извините, как бы, но... Давай, раз. Нет, а, черт. Да, здесь есть такая проблема. Если два раза не там прыгнешь, потом Симба садится на шею нашему. Так, подожди, я хочу спрыгнуть. Как отцепиться? Вот. Три-три. А! Вот это было не очень приятно. Подожди, давай еще раз. Тыкс. Да ядрить-то колотить, что происходит? Блин, мы сейчас умрем просто банально. Нам надо с первого раза как-то умудриться на этом страусе не схалтурить. Ага, конечно, умудримся мы. Давай, Севен! Раз. Давай, накачали. Давай, Need for Speed, нахрен, я не знаю, что-нибудь еще нет! Черт! У нас последняя попытка осталась. Ай, как сложно, однако. А давайте загрузимся. Ой, так, сейчас. Барам-бам-бам-бам-бам. Где тут лод, господи? Quick load, вот. Ты-ты-ты-ты. Так, нет, я уже боюсь, честно говоря, этого хвоста. Давай, сейчас получится. Все, пошли. Раз. Два. Еще раз два. Черт. Симба долго приземляется, что-то, однако, на него законы физики не действуют. Ладно, сейчас. Сложный момент, на самом деле, правда. А вот если вот, вот эти продолжалки закончатся, представляете, заново игру начинать? Жесть вообще. Давай, Симба. А, давай, приземляйся, пожалуйста, приземляйся. Так, еще разок. Нет, слишком рано, черт. Рано, я уже от страха, блин. Я просто помню, в прошлый раз позже начала, сейчас рано. Так, давай. Так храбрилась уже, вот первый уровень, прошли за 4 минуты. Ну ладно, но это бред, конечно. Давай, Симба. Ай, рано, по-моему, а нет, нормально. Давай, Симба, ради бога! Черт! Вот видите, сейчас опять рано. Ой, поздно. Здесь как-то через раз, это все зависит от приземления Симбы. Давайте загрузимся, чтобы просто это все по 100 раз не проходить. Ладно. Да, эмуляторные игры меня убивают. В детстве мы были более сноровистыми. Нас не пугали трудности, а сейчас мы слишком привыкли к сохранениям. Слишком. Но ничего, мы сейчас могём. Мы все так, надо не болтать, а то я отвлекаюсь. Фак, блин, вот. Зачем я это сделала? Ладно, хорошо, по крайней мере, мы уже прошли дальше, уже хорошо. Так, давайте, сейчас. Я нубьё, просто. Современные игры меня испоганили. Надо, знаете, вот... Ой, ё-моё. Чисто для теста, вот даже не для теста, для... Так, всё, я молкаю. Давай, Симба, ради бога. Там еще одна штука была. Черт, вот видите, он на шею, когда садится, все это можно сразу считать то, что ты проиграл, потому что он вперед просто улетит.
при приземлении. Надо просто вот в перерывах между... Ай, настерцы. Между играми играть в дэндиевские игры, чтобы скилл не терять. Вот, чтобы по хардкору было все. А, да, блин, я так и знала. Ладно, сейчас. Нет, мы пройдем этот уровень. Мы этот уровень пройдем. Хоть час я тут буду сидеть, но я пройду этот уровень. У нас еще 15 минут до конца серии. У нас вообще вагон времени. Давай! Два раза надо было, блин. Все, я запомнила. Вот этот, по-моему, был последний раз. Да? Это я уже просто... Или я сбиваюсь уже, у меня уже... По-моему, да, в конце два раза. Здесь в любом случае придется тратить жизни, чтобы понять, сколько там вообще. Давай, Симба! Это было плохо. Нет, Симба, приземлись на него, пожалуйста. О, слава богу. О, боже мой. Тры-ты-ты. Вот это дерево я тоже помню. Так, сохраняемся. Здесь вообще сложно все. Так, сейчас. Что ты подлагиваешь, игра? Нет, вот нам туда надо. Надо только вспомнить, как туда попасть. Я помню, там одну... Ага. Обезьяну нужно два раза на нее... Вот это, по-моему, она сейчас как раз наверх кинет, если... Да-да-да-да-да. А потом ее обратно надо будет отрычать. А, ты-ты-ты, чёрт! Ты-ты-ты-ты-ты. Давай, давай, макака. Ра-та-та. Ра-ты-ты. Ра-ты-ты-ты-ты-ты. А чё ты не хочешь? А, нет, подождите, я проглядела, что ли? Я взгляд как раз в этот момент отвела. Ты-ты-ты-ты. А теперь вы... Ты чё? Ну-ка. Я не поняла. Ты чё творишь? Подожди. Во. Теперь, кажется, сюда. Нет, вру. А зачем тогда этот... А, он просто так там стоит для обманки? Блин, как странно сюда вернуться вот после детства, как-то уже прошло давно. Все, Хакуна Матата. Ой, я помню этот уровень, дико сложный. С этими водопадами они тебя могут просто банально в пропасть. Так, а куда идти? Ой, ах ты скотина. Ой. Так, подожди. Куда идти, я не помню. А, во, все, сейчас иду и правильно. Все хорошо. А, нет, а черт, не успела. Так, нам сейчас надо вот туда. Давайте сохранимся тут. Здесь жаба где-то должна быть. А, паук. А, скотина. Иди сюда. Ди-ди-ди. А, давай. Ага, теперь вот по этим что... А, да-да-да-да. Собака, не скули. Жизнь прекрасна. А, нет. Мне надо забрать жизнь, не скули. Так, сейчас, надо как-то... А, да, блин, что ж такое-то? Да ядрит, клади. Так, я чувствую, пора прервать запись на секундочку.